Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Даркомани. У нас испытание Одина, часть 2 началась. В общем-то, я включился в борьбу практически с первого же часа, по-моему, да. Буквально там, ну, в общем-то, вроде как ничего не пропустил на этот раз. Давайте сейчас примем участие там, где это можно. Так, Фрея мимо. Храбрые кости. Чего? Так, это у меня есть, это у меня... А, оленя я не собрал. Ладно, то есть это пропускаем. То есть я пролетел мимо, получается. Ну, естественно, Фрею мы вообще никак не собираем. И как можно больше еды из любых источников собрать, это всегда пожалуйста. Так, давайте смотреть, что у нас там по испытаниям Одина. Так, собрать золото, накормить драконов. О, это давайте мы сейчас с вами выполним, как видите. Это прошел всего лишь один сбор, да, за сегодня. Это второй начался. Так, по поводу того, чтобы кого-то накормить. Та-дам, ребятки, у нас зомбик созрел. Да, интересно, как может расти зомби, если оно уже мертвое? Иди сюда. Ну, опачки. Какой-то рубеж достигнут. Так, о, еще летит. Отлично. Ладно, давайте тогда попытка номер два разместить. А, там видел, опять кто-то летел. У зомбика у нас есть огонь. Угу. Это наш эпик. В общем-то, ну, тут два драконы стражи темницы. Ну, хорошо. В принципе, мы их как-нибудь соберем. Забавный, вот в таком виде он вообще с какую-то собачку напоминает. Так, нам нужно выполнить условия, то есть... Тут на какой уровень? 400 очков, на 10 где-то примерно нужно. Нет, еще падает. На 12 еще падает. На 13. Все, перестало. На 14 уровень аж нужно кормить нашего дракона-зомбика. Ну, в принципе, блин. Дракон-зомбик, ну, выглядит зачетно, короче. Хорошо он прорисован, вот с таким вот открытым ртом он мне нравится еще больше. Ам и ням. Так, не хочу. Ай-яй-яй. Не падай, не падай, не падай, не падай. Жаль, что нельзя забрать у него чего-то. Ну, вот такой вот у нас дракон-зомбик, уши ему кто-то пооткусывал. И какие-то у него бронекубики, короче, там поврастали у него. Такой вот забавный дракон-зомбик. Упми. Его зовут Упми, ребята. Ну, то есть для зомбика точно нужно придумать какое-то оригинальное имя. Так что устраиваем там конкурс в комментариях. Дракон-зомби очень дружелюбный, когда съест мозги своего тренера. Когда тренер впервые встретил его в темнице, его радость от встречи казалась заразительной. Но тренер беспокоится, что заразительной может быть не только радость. Ну да, и какой-то там вирус. Как назывался вирус в Resident Evil? Блин, вылетело с головы. Вирус. Какой же... Хрен его знает. Корпорация Umbrella, какой она там вирус создала. Вот, возле него, кстати, две мухи летают. Вот, видите? Две мухи. Отлично. То есть это мы с вами выполнили. Вот, и последние, да, 4 за золотишко собрали. Так, комбинацию, правда, зря я поставил, да, на 8 часов. Ну, хотя не зря. На сегодня это нормальная комбинаха. А к завтрашнему, сегодня я уже все равно не смогу собрать. А вот завтра будет все хорошо. Завтра мы соберем это дело. Итак, собрать еду. Ну, акция только началась, еда еще не готова. Скрестить не получится, но зато на прошлое скрещение я получил 300 с чем-то очков, ну, за 8-часового дракончика. Ну и поймать существ еще я наловлю. Итак, я куда-то здесь шел, вот сюда я шел. Так, нам тут, так, рыболов, удильщик, есть такая рыба удильщик, травник, это какой-то цветочек, ну и дракон, ведьма. Хорошо выглядит этот дракон, мне нравится. Побеждаем. Так, дракончик осень у нас здесь. Ну и финита ля комедия.
Ключ давайте. Кстати, мне вот... давайте сейчас мы выйдем и посмотрим. Главная награда это... Тор. Вот Тор мне интересен. Ну, то есть выиграть Тор. Это моя главная цель. К сожалению, собрать Одина... Мне нету смысла даже пытаться его собрать. Потому что я много пазлов в прошлом событии не собрал. Вот в чем как бы дело. А если мы перейдем в магазин, он предлагает вот эту вот байду купить. Ну, здесь что попало, может попасться. Не вижу смысла покупать. Ну, на фриг, ну, на фриг не хватит, нам все равно там может попадаться по одной карточке. А почему? Один Локи. Ну, здесь более ограниченный выбор. Но опять же, как бы это нужно 2 миллиона этих купонов иметь. Как бы это нам дело не светит. Так, тогда возвращаемся дальше сюда. И куда пойдем? Направо, налево. Здесь три битвы целых, ну ладно. Да мы не дойдем, 1700 очков, нам никуда не хватит дойти, к сожалению. Ладно, пойдем сюда. Кажется, абсолютно нету смысла пытаться идти по самому дешевому пути, как я понял за последние несколько акций. Все равно приходится практически все проходить. Так. Так как будто без разницы, факел сейчас всех вынесет. Ладно, выжили. Так, ну а дракончик в костюме скелетика, как мы прочитали, да, он одел скелетик. А я забыл, для чего он одел этот костюм, чтобы ему было не страшно, лишь чтобы его боялись. Так, блокируем ветер желательно у тумана. А лучше вообще его пришарашить. Тоже правильное решение. Так, о, прикольно, вот этот дракончик был. Так, ну не так уж много, конечно, нам не хватит, ребята. А может и хватит. Это будет вообще прикольно, если нам хватит. Промахнулся. И божественная сила его добьет. Минус 2 лямчика. Отлично. Так. Ну а, 200, отлично. Хватило нам открыть. И мы нашли ключ, ребята. У-у-у. Арье, погоди, дракон Хеймдаль дал мне эту странную книгу. Здесь рассказывается о том, что произошло между викингами и северными богами. Он хочет, чтобы ты взяла ее. Спасибо, черновикинг, я прочту по дороге. Это должно пролить свет на некоторые тайны. Мы выходим в полуфинал, тренер. Дело принимает серьезный оборот. Игры закончились, и нам дали целых 25 кристаллов, ребята. Ю-ху-ху и бутылка рома. Ну, к сожалению, по-моему, уже, то есть, тут нету смысла куда-то спешить. В этих акциях уже ни черта не меняется. То есть, нам как по 400 давали, так и будут давать. Раньше оно как-то росло, 400, 500, 600 было, или как-то так. Но помню, что по 600 было. А то сейчас, по-моему, в прошлой акции этого вот уже не было. Ну так, так, а кто ты у нас такая? Это Валькирия, да-да-да, Валькирия это сильнейшие воины на страже Одина. Дракон Валькирия всегда следует по небу за своей предводительницей, драконом Фрейей. Да-да-да, они разыскивают павших воинов и забирают их в свой божественный край. Их возвышенные полеты поражают северное сияние, порождают северное сияние. Фрейя, Фрейя, Фрейя. Так, а подожди, там кто был? Фрейя же была женой, да? Фрейя. Фрейя, Фрейя. Фрейя, Фриг, я их путаю. Кто там из них был женой этого? Женой Кратоса, а кто из них был женой Одина? Ладно, как-нибудь разберемся. Так. Заглянем давайте сюда. Но фартануло нам, ребята. Фартануло. Так.
У нас есть немного времени перед следующим раундом. Почитаем книгу, которую нам дал Хеймдаль. Посмотрим, что там произошло. Давным-давно северные боги и викинги жили в мире и согласии. Они помогали друг другу, вместе набирали силы и существовали в гармонии. Но однажды викинги стали жадными. Вместо того, чтобы помогать северным богам, они решили превзойти их в силе и захватить их таинственный край. Северные боги с легкостью разгромили викингов и изгнали их с Мидгарда, но чтобы те больше не посягали на богов. Отвергнутые богами, изгнанные из Мидгарда, викинги стали завоевателями и отправились на поиски плодородных земель, которые станут их домом. Вот такой вот у нас прикольный. Мы такие маленькие. Ух ты, я не знал, что здесь можно кого-то погладить. Это прикольно. И нас сразу же ждет битва. Это хорошо, потому что на очко у нас ходить особо нет. Так, вот тут эта штука у меня есть. Минус. Так, а ты кто такая? Воительница. Тоже, может, какая-то валькирия? Ну, да ничего себе, мы тут даже можем пару остановок сделать. Или это у нас короткая? А, это у нас короткая, и с одного сундука состоит. Это прикольно. То есть я сегодня, может, эту штуку даже пройду. 400 очков у меня будет. Ух ты, а мы можем две битвы провести. Нам сегодня везет, ребята. Битвы просто ждут нас. Битва номер два нас ждет. Так, ну никого здесь особо страшного я не вижу. Практически завалили мы архангела. Так, ну и все, нам тут осталось, короче, 1000 очков примерно, да, и мы пройдем дальше. Может, нам на этот раз хоть повезет. Так, а какая сила у Тора? 74. 74, это у нас Тор. Ну, тоже прикольно, что Тор — это хорошо. А какие у него стихии? Я не смотрел, честно говоря, по богам у этих. Какие стихии? Блин, у Одина 75, это базовая только. Фрея вообще неимоверная, 78. Вот ее, конечно, бы стоило все за нее отдать, все, что есть у тебя. А так, а так, такое себе дела. Так, дракон деревца есть. Кстати, подойдет нам для прокачки. Дерево, дерево, дерево. Кстати, нужно, наверное, переместить куда-то. У меня здесь есть место. Нужно построить какое-то гнездышко будет. Не знаю, стоит ли копить 200 миллионов. 200 миллионов, ребятки, нам нужно, чтобы купить вот этот остров. Нам не хватает всего лишь 124. В принципе, мы можем накопить это дело. Если ставить сейчас дешевую еду, то, может, и накопим за недельку. Ну, как, может, к концу даже акции накопим это все дело. Так, я тут кого-то извлекаю. Я тут магнита приношу в жертву. Двухчасовая еда у меня там какая-то стоит. Сейчас проверим. У меня просто нету места для вот этих вот драконов, скорее всего. Ну вот, а то, о чем я говорил. Но я запомнил, что я зомбика могу отсюда переместить. Так, я тебя тоже никуда не могу переместить. А, вот, могу. Вот, у нас есть... Отлично. И зомбика я тоже могу переместить. Давайте сейчас мы его переместим. Так, ну вообще-то лучше его в какую-то пустоту. Ну, на худой конец пусть пока там будет. Ну, вот так, у нас есть два места, ребятки. Так, ну это, смотрите, 15 миллионов. 15, 30, 35... 40, 50, 65 миллионов, 70 миллионов, прошу прощения, 70 миллионов, чтобы расчистить этот остров. То есть все мои деньги потратить сейчас нужно. Ну да, не очень улыбает, не очень. Блин, я бы, если бы не нужно было мне сливать вот эти вот божественные осколки, я бы сейчас прокачивал бы вот эти все жилища. Но, увы и ах, нам нужно очень много очков.
которые зарабатываются на колдовской арене только вот в лиге. У меня их вообще жутко мало, этих очков. Жутко мало, ребята. Так, ну что, давайте, наверное, по традиции мы тогда заглянем. Так, сейчас соберем, что нам тут дают. Так, заглянем к нашему ученику, которого мы давно не посещали. Давайте отправим ему подарок. Пригласите дракона-друга для участия в битве компании. То есть это задание оказалось не по зубам нашему ученику. Ну ладно. Ну, спустя 5 лет мы, может, короче, его выучим. Старание, труд, все перетрут, ребята. Так. О, у нас тут уже, смотрите, сколько монеток. Правда, они никому не нужны. Так, а в чем мне тут драконы вот эти вот? А, вот этого парнишку можно будет тоже подкачать, хотя... Хотя, наверное, давайте его сразу продадим сейчас. Пусть место не занимает. Пусть не занимает место. Так, а сюда что стоит? Поставить дракона огонь. Ну, пусть тут будет. Так, а еще давайте-ка мы заглянем. Один, 14 кусочков. А просто, наверное, было... 13 было в первом подземелье всего. Но я здесь уже открыл их штуки 4, наверное. У меня было вообще очень мало. Штук 10 с прошлого подземелья. Элкхундов, как видите, у меня вообще было 2,5. Рототоска у меня тоже было. Дракон тыква. Это наш новый недельник, кстати, да. Ультрафиолет плюс пыль. Есть такая у меня комбинация. Я смогу ее тоже выводить. Но как бы стоит ли это сейчас делать во время акции? Это вопрос не точный. Ну что. Давайте, ну ладно. У меня баллы закончились на обычной арене. Не хочу брать. Тогда давайте еще один боечек напоследок на колдовской аренке. И на этом мы закончим. Ну, вот 15-й кто-то нам попался. И давайте будем нагибать. Я сказал нагибать через букву Г. Никакой буквы Е. Это мне кто-то, по-моему, в комментариях под каким-то видео написал. Я не матерюсь, ребята, и вам не советую. Так, дракон шины. Ну, вот и все. Вот такая вот у нас победа. Победа получилась. Так, а за 6 миллионов, интересно, до какого уровня я могу прокачать дракона? Например, Исиду. У нее стихия ветер. До какого уровня ее можно качнуть? Надо будет посмотреть на табличку, сколько тратится еды, чтобы качнуть дракона на какой уровень? На 50-й, например. С 20-го на 50-й, ребята. Знаете, сколько нужно еды потратить? Можете написать мне в комментариях, чтобы я там нигде не искал. А у нас тем временем созрел дракончик огонь. И давайте мы его разместим вот именно сюда. Это на завтра, на утро, чтобы я ничего не искал, а сразу взял и прокачал. Вот такие дела. Также, ребяточки, не туда, не забываем в свободное время. Да что такое? Куда-то ничего не туда тыкаю. В коллекциях. Вот сюда. Не забываем выводить дракончика Кутер. Смотрите, какое яйцо классное, блестящее. Прям так и хочется, чтобы оттуда чужой вылупился. Ну, на этом все, ребятки. Всем пока.